Привет, День свой, с вами Захар Ничога. Уже неделю длится лето, но мы не устаем открывать самые крутые летние места для тусовок и отдыха. Сегодня Bamboo Bar пригласил нас на открытие своей летней террасы. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что сегодня в меню на вечеринке? Вы знаете, сегодня в меню совершенно уникальная новая концепция у нас в ресторане. У нас появилась живая еда. Живая еда – это не просто слова, а живая еда – это вот на деле она будет живая, вкусная, очень правильно. Что правильно? Во-первых, смотрите, какие замечательные, красивые овощи, да? У меня спрятано там еще внутри мяско, рыбка, куча сочных стейков, которые пытают во рту, да? И самое главное, это готовится все без холестерина. С помощью этого замечательного гриля мы будем делать и вкусную, и полезную еду. И я думаю, каждый гость это оценит по достоинству. Это будет очень вкусно, я обещаю. А если вы видите, что это аппетитно, если вы видите, что это сочно, очень правильно, да, то это, скорее всего, полезно, да? Но здесь очень важный момент. Покупать, конечно, продукты либо с рынка, либо у проверенных людей, либо вообще просто завести себе замечательную грядку и там выращивать картошку, морковку, это и есть самая правильная полезная еда. А у любимых мам и бабушек нужно питаться, на самом деле, мне кажется, это самая правильная еда. Дома, питаться дома, иногда в ресторанах. В правильных ресторанах, таких как Bamboo Bar. Здесь будет концерт, розыгрыш лотереи, разные сюрпризы, много интересных людей, а главное, куча вкусностей. Берите всегда лучших друзей на любую вечеринку, и любая вечеринка для вас будет самой лучшей. Стараться подбирать именно вечеринки по себе. Не надо стремиться туда вверх, и зачем? Вы еще будете звездами. Так что лучшие вечеринки для себя. Ну, хотелось бы, чтобы это лето прошло с хорошими летними днями, чтобы было много солнца, отдыхайте побольше на пляже и следите за своим здоровьем. А скажи, какую музыку стоит слушать этим летом? Хорошую. Ту музыку, которая трогает сердце, как минимум. Какие планы у тебя на лето? Где ты собираешься тусить? Где отдыхать? Где собираешься выступить с концертами? Ну, этим летом я планирую там выступить в разных странах. И этим летом я работаю над новым альбомом. Я репетирую с музыкантами над новой программой по Фрейду, которая будет уже осенью. И отдыхать пока не планировал, но я думаю, на недельку куда-нибудь вернусь на море. Я желаю всем зрителям канала Teens Voice, чтобы вы верили в себя и верили в успех. И шли только вперед, никогда не останавливаясь и не оглядываясь назад. С вами был Макс Барский. Друзья, хочу пожелать всем горячего, насыщенного лета. Тусуйтесь, получайте драйв от жизни, а главное, оставайтесь с собой. Всем пока!